колени, все это разрешается. Супер тяжелая весовая категория свыше 91 килограмма. Два Кузьмина в ринге. В красных перчатках Кирилл из Казани, в синих Юрий из Нижнего Новгорода. Смотрим. В этом поединке все может завершиться в любую секунду. У Юрия Кузьмина страшнейший силы удар справа. Ну а Кирилл Кузьмин, как мы с вами уже рассказывали, мастер спорта по боксу и по ММА. В руках и ногах этого парня тоже разрушительная мощь. Ну и это финальный бой матчевой встречи «Красные Паки» против всех. И Кирилл Кузьмин сегодня звездный легионер команды «Красных Паков». Ну а Юрий Кузьмин представляет команду всего мира. Такое довольно сумбурное начало, причем от обоих. Опа, пробита нога у Юрия Кузьмина. Прямо под колено попал Кирилл Кузьмин. Кстати, в своем прошлом бою Юрий Кузьмин нокаутировал соперника лоу-киком. И вот сейчас такой камбэк. Бог ты мой! Юрий Кузьмин включил режим берсерка и побежал просто убивать своего оппонента. Понял он, что пробиты ноги, и здесь уже нужно рисковать и заканчивать все досрочно. Ну что-то в стиле Боба Сапа сейчас изображает Юрий Кузьмин. Чуть поменьше он, чем легендарный темнокожий американский футболист, ворвавшийся когда-то на ринге К1. Но удар у него не менее тяжелый, но Кирилл Кузьмин, по-моему, пережил этот натиск. Причем Кирилл Кузьмин не ответил пока что ни одним ударом на этот спурт от Юрия Кузьмина. Похоже, ждет Кирилл, когда вымахается Юрий Кузьмин. Юра сейчас абсолютно забыл о любой обороне, о любой безопасности и просто несется вперед, осыпая соперника мощнейшими ударами и слева, и справа. И вот он лоу-кик от Юрия Кузьмина. Но здесь вряд ли стоит сейчас Юрию размениваться на удары ногами. Еще один лоу от Кирилла Кузьмина. И, видимо, что очень больно Юрию. Пробита у него нога. Видимо, какие-то страшные покраснения прямо под коленом на передней ноге, на правой ноге у Юрия Кузьмина. Сейчас попытался в клинче Юрий бросить соперника. И вот он, еще один лоу-кик, который может стать фатальным для Юрия. Кирилл Кузьмин пережил все эти удары, выцелил по сопернику. И первый нокдаун начитывает Андрей Гельман, который сегодня, конечно, оказался в очень непростой роли. Ему нужно растаскивать двух таких богатырей. Ну, конечно, будет продолжать Юрий Кузьмин. Он совершенно точно не сдастся. Но сейчас каждый следующий удар от Кирилла Кузьмина может стать для Юрия последним. Вечер нокаутов сегодня настоящий на Emirates Fight Super Series 3. Три поединка из четырех завершились досрочно. И четвертый поединок подряд тоже может закончиться нокаутом. Еще один лоу-кик. Здесь так в стиле кюкушинкай карате. Можно сказать, что прямо со сверхблизкой дистанции выбрасывал лоу Кирилл Кузьмин. И Юрий Кузьмин снова оказывается в нокдауне. Снова отчитывает Андрей Гельман. Спрашивает, готов ли Юрий. Юрий будет продолжать. Есть шанс у Кирилла Кузьмина сейчас закончить. Нет, не успел Кирилл Кузьмин закончить этот бой в первом раунде. Гонг спасает Юрия, но вот выйдет ли он на второй раунд, очень большой вопрос. Очень тяжело пришлось Юрию Кузьмину, причем уже на первых же секундах пропустил он лоу-кик и оказался в нокдауне. После этого бросился просто уничтожать своего соперника, выкинул гигантское количество ударов. Кирилл Кузьмин все это пережил и своими бронебойными лоу-киками еще раз заставил Юрия оказаться на канвасе. Конечно, публика здесь просто неистовствует. Большинство, естественно, болеют за нижегородца Юрия Кузьмина. Но каков красавчик Кирилл Кузьмин. Он сейчас даже не присаживается на табуретку. Кстати, его секундирует тоже Роман Садыков, его земляк из Казани, из Татарстана. Подсказывает секунду Кириллу Кузьмину, что неплохо попробовать пробить коленом, когда Юрий Кузьмин будет бросаться на соперника. Андрей Гельман призывает бойцов продолжать. Очень тяжело Юрию Кузьмину, но он выслушивает сейчас достаточно спокойное наставление своего секунданта. И готов Юрий Кузьмин к раунду под номером 2. Мы вас предупреждали, что здесь каждый удар может стать последним. И советую в раунде под номером 2 ни в коем случае не моргать и не отвлекаться от просмотра. Не форсирует события Кирилл Кузьмин, он и в первом раунде никуда не торопился. Форсировать события здесь, наверное, надо Кузьмину Юрию. Юрий, кстати, поменял стойку, прячет он пробитую левую ногу, отставляет ее назад. Хотя и по правой ноге Юрий сегодня тоже наполучал.
совсем пока никуда не торопится. Кирилл Кузьмин, видимо, хочет запомниться краснобаковской публике получше и подольше. Джебом работает Кирилл Кузьмин. Юрий от одного из джебов увернулся, а вот другой уже пришелся в цель. Кстати, мы совсем в первом раунде от Кирилла Кузьмина не видели работу руками, а ведь он мастер спорта по боксу и чемпион Татарстана по боксу. Но сделал ставку на ноги Кирилл Кузьмин и явно не прогадал. Сейчас Кирилл промахнулся. Причем, если посмотреть на ноги Кирилла Кузьмина, они, прямо скажем так, не выглядят какими-то разрушительно мощными. В этом плане Юрий Кузьмин намного более атлетичный. Но не всегда мышечная масса является залогом бронебойной мощи. Сейчас попадает Юрий Кузьмин, так вскользь бросил переднюю правую руку, зацепил соперника. Видно, что и подустал еще Юрий Кузьмин. Очень много сил он отдал в первом раунде, когда попытался реваншироваться и просто понесся на соперника. Так, в стиле берсерка скандинавского отработал Юрий, пропуская сейчас по бедру и по голени Юрий Кузьмин. И, по-моему, готов был он завалиться, но все-таки устоял. А Кирилл Кузьмин сейчас переводит с ног на голову. Хороший апперкот зашел у Кирилла Кузьмина. Сейчас какая-то, видимо, попытка смутить соперника от Юрия Кузьмина. Но слушай, скорее от усталости падает Юрий. И сейчас будет открыт счет. Не поднимается Юрий Кузьмин. Очень тяжело Юрию. Видимо, как просто подстреленный он сейчас завалился. Но мужественный парень должен Юрий встать. Тут вся арена болеет за Юрия Кузьмина. Он будет продолжать. Кирилл Кузьмин чувствует, что поединок явно складывает свою пользу. Сейчас капу потерял Кирилл Кузьмин. Попросил Андрея Гельмана капу поправить. Еще один лоу-кик. Ну, слушайте, тут при всем уважении к Юрию Кузьмину, мне кажется, надо этот бой останавливать. Уже просто какие-то нечеловеческие муки испытывает нижегородский тронгмен. Каждый удар от Кирилла Кузьмина просто принесет какую-то вселенскую муку для Юрия Кузьмина. Все. Считает до 10 Андрей Гельман, и этот поединок завершен. У нас с вами четвертый нокаут на турнире Emerald Fight. Все православные христиане строятся перед этим праздником, друзья. Верующий в Бога. Христос воскресе! Так, у нас, друзья, объявление, официальное объявление победителя. Я вам быстренько представлю нашего звездного гостя, любимца публики, чемпиона мира по муай-тай и по кикбоксингу среди профессионалов. Артем Шпоров Ашпорин. Артем, приветствую тебя. Всем здравствуйте. Приветствую, Алексей. Твой экспресс-комментарий по поединку двух Кузьминых. Что это было? Страшный бой, страшное зрелище. Ну, как обычно, Юра Кузьмин устроил шоу в ринге. Ценой собственного здоровья. Да. Очень опасный у нас спорт, как выяснилось сегодня. Победу в третьем поединке матчевой встречи. Красные баки против всех. Нокаутом во втором раунде одержал боец красного угла из Казани Кирилл Кузьмин. Поздравляем Кирилла Кузьмина. Шикарный дебют на промоушене Emerald Fight. Он начал так, как и следует начинать профессионалу. Досрочно завершил.